во-первых, привет, спасибо большое за поздравления, очень приятно, что следите за нами. Ребят, матч был хороший. До последних минут, да. Да, я не знаю, какая-то болезнь. Неразбериха, сутолка какая-то. Пока кричали Дивееву, кого нужно брать, в итоге этот игрок и забил из-под него, но тоже. Нельзя все и вся вешать на Дивеева, это большой игрок. Это большая сила на поле, когда он играет, и я думаю, что он не вездесущий, не может везде успеть, поэтому он так достаточно много делает для команды. Ну, я думаю, что просто такие матчи нельзя давать, вот, конечно же, так как, исходя из опыта, просто, наверное, нужно было второй забить для полного как бы спокойствия, играли против десятерых, поэтому просто нужно было забирать свое и не оставлять вот это вот на концовку. Третье место было близко, хотелось бы, да? Второе хотелось бы, так. Вот, второе, да, хотелось бы, но еще есть и шанс, поэтому ребятам не расстраивайтесь.